Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. В регионе появилась вторая официальная коллекторская организация. Руководство Кировского управления службы судебных приставов вручило ей свидетельство о регистрации. До этого в регионе был лишь один официальный коллектор. За 6 месяцев в службу судебных приставов поступило 10 жалоб на такие организации. Кировчане сообщают, что им слишком часто звонят и шлют СМС. Есть один случай, когда коллекторы звонили человеку, который не имеет долгов. При этом на официальных коллекторов жалоб не было. Программа «Экономика». Власти поддержат десятки предприятий в моногородах. В 2017 году регион сохранил объемы финансовой поддержки малого бизнеса в моногородах на уровне прошлого года. 64 миллиона рублей уже перечислено муниципалитетам. Ожидается, что всего в этом году в моногородах финансовую поддержку получат не менее 60 предприятий, которые создадут более 130 новых рабочих мест. «Экономика» на 101FM. Налоговые преференции получило 21 предприятие. По пониженной ставке налог на прибыль в этом году платят 7 компаний. По итогам первого полугодия они сэкономили 28 миллионов рублей. Общая сумма налогов, которые они уплатили, превысила 400 миллионов. Преференции по налогу на имущество организаций предоставлены 14 частным инвесторам. Они заплатили более 1 миллиард рублей налогов, а пониженные ставки им позволили сэкономить почти 150 миллионов рублей. В завершение в валютах доллар сегодня 59.36, курс евро 69.72. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.